куриная запеканка с грибами. Куриное филе разрежьте вдоль на две части и отбейте под пленкой. Замаринуйте мясо в соевом соусе с крахмалом, помассируйте и отставьте в сторону. Лук нарежьте полукольцами, а шампиньоны – слайсами. Помидоры разрежьте пополам и нарежьте слайсами. Лук обжарьте на растительном масле до полуготовности. Шампиньоны обжарьте на смеси растительного и сливочного масла. Приправьте солью, перцем, тимьяном и мускатным орехом. Форму для выпекания смажьте растительным маслом. Выложите на дно куриное филе, посолите и поперчите. На мясо выложите обжаренные грибы с луком. Сверху уложите помидоры. Верхний слой выложите плавленым сыром. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.